И снова здравствуйте, с вами, как всегда, драйвер 51 Рус. То есть версия, я говорю, у нас по жизни старая, походу. Так, маленько потише, вот так, наверное. Вот эта галочка отвечает, на скринах у вас не будет там всяких картинок, но этот полигон все равно останется. Поедем на видном полигоне, починили, ребята, квадрик для мультиплеера, так что теперь можете с друзьями кататься. Паша, Злой Слон и Джанки Колян в Максе подправили подвеску, поставили все там как надо. Паша еще аддоны припендюрил, перепилил слегонца там. Так что все, ребята, теперь работает, мультиплеер работает, свет работает, аддоны работают, квадрик отображается обалденно. Давайте загрузимся на полигоне. На полигоне Ветергана поедем, как всегда. Так. Вот мы тут. Давайте создадим один. Будет 4 модификации. Модификации по цвету разные просто. Квадрика. Аддоны будут все одинаковые. Присутствует 7 аддонов, ребята. Немножко, правда, висит, когда загружаешь. Ну, бог с ним. Оп. Свой звук присутствует. Вид от чувака. По асфальту проедемся, посмотрим. Офигенно смотрится. Значит, ой, никто нажал, сорян. Так, давайте его отъедем, наверное, сначала. Присутствуют, ребят, также брызговички поставили, болтаются вот сзади здесь и здесь. То есть видно, наверное, да? Девочки, оп, с анимацией карданы, но раздатки тут нету, два кардана сместили просто вместе, анимация есть кардану, но отсюда тоже, наверное, плохо видно, не знаю, как тут залезть-то посмотреть. Ну, короче, сама суть, что они там есть, анимация подвески присутствует, ребята, на кочках чувачок дергается, анимации руля нету, да и я не вижу смысла в этом вообще. Значит, свой звук, сами видите, подгазовывает. Давайте я сейчас замолчу, и мы послушаем звук квадроцикла. Так, сейчас мы его заглушим. Ну, наверное, где-то как-то вот так. Блин, камеры чуть-чуть не хватает. Давайте вот так вот. Давайте слушать. Значит, вот такой вот звучок, ребята. Давайте послушаем, как он глохнет. Значит, все обалденно, дым идет, свет работает, все работает. Так, ай, блин, все время забываю, ё-моё. Так. Такая подгазовочка. Звук, ребята, настоящего квадроцикла. Я сам переделал, записал звук и перепилил его, запихнул в игру, прилепил квадрику. Так что все естественно. Квадрик, конечно, не сказать, что прям уж супер ах, но за неимением лучшего, как бы, и этот квадрик прям в радость. Значит, присутствуют, ребята, 5 вид колес. Это вот дефолтные у него такие свои, значит, колесики ядреные прям такие. Значит, ну, еще я дернул с брегела, колеса встает, и то есть вот такие будут, вот такие колесики, значит, качественные от брегела, моды всегда, и колесики, естественно, тоже. Вот такие тапки, такие, а вот такие, то есть вот в таких комплектах он будет. Значит,
Также давайте поставим все модификации. Сюда запихнем. Так. Упс, ядрен батон. Ну ладно. Ничего страшного. Поставим его, добавить. Все равно его сядем. Также давайте поставим еще. Все остальные будет синий. У нас квадрик. Сейчас. Квадрик конверченный. Подольше будет прогружаться. Вот такой. Давайте на него сразу тапочки поставим другие. Поставим черный. Да? Так. Сейчас создадим. Ребята, цвет хаки, такой вот квадр. Давайте прыгнем на него. Так, на этот сейчас какие-нибудь тапочки обуем. И вот он на таких тапках. Так, ладно. Создадим, давайте еще был желтый, да, я переделал его слегонца, сделал из него название парка, придумал Арктик, то что хотел снег, он был снегом, теперь стал Арктикой. Арктический вариант, естественно, поставил на него тоже свои колесики. Вот такой, ребята, у нас такой у нас получается пак. Сейчас надо скрин залепить, пересесть вот на этот. Ну, давайте их все заведем тогда, пусть тарахтят. Давайте сразу туда поставим поддоном. Сейчас пересядем на крайний. Где тут? Как пересесть-то, е-мое. Вот. На одном я покажу сразу все отдончики, да. Значит, гараж. И давайте пробежимся. То есть будет два прицепа, ребята. Это бортовой, возит дрова. Загружается, что с козла, что просто на лесоповале. Также бревна можно перекидывать. Гаражные части везет 400 ремонта, 500 ремонта. 400 литров, две бочки, видите, стоят там внутри. Два очка гаража. Значит, ребят, присутствует запасочка вот такая. 500 ремонта, одно очко гаража. Канистра 20 литров сразу ставим. Бак у нас маленький, 50 литров, поэтому соляра пригодится всегда, бенза. Так, мешок, ребят, с канистрой такой вот. Поедем с мешком. 40 литров, 300 ремонта. На дно очка гаража, значит, спальник, мешок. Дает нам, что он дает? 150 ремонта, да? Ребят, и ящички такие с ключами. 150 ремонта. Значит, вот такой вот у нас вариант квадрика. То есть ящички, мешок, канистра, сзади еще бенза. Так что все отличненько. Сейчас давайте пересядем на это. Также все воткнем на них. Для скрина сейчас
шлепнем. Так, получается. Так, что у нас? Запаску мы ставим сюда. Запаска, канистра, спальник. Это. Давайте прицеп сейчас лопнет тут. Прицеп гаражной части. Тут же мы пересаживаемся на этот. Тут мы тоже ставим. Давайте запаска, канистра. Прицеп бортовой поставим. Пересесть на Арктику. Давайте мешок вот так, вот так, вот так. Значит, вот. Убираем эту балду. Перепрыгиваем еще раз. Так, пересесть на синий. Давайте будем синего делать скрини. С этой камерой никогда не угадаешь. По поводу синхронизации сейчас, ребят, покажу. Данный свет вот так вот вы и будете видеть в мультиплеере, так будет днем, ведь и на прицепах свет горит, как бы на всех квадриках, и ночью. Так, дальний можно помигать, то есть вот включается еще фара, да, дополнительная. Так, давайте мы на нем отъедем. То есть вот я сейчас включаю свет, видите, все как положено, лучи есть ночью. Все обалденно светит. То есть свет. И вот видите, сзади квадрики стоят, их тоже видно. Это синхронизация, ребята, уже света. Вот мигаем дальним. Вот эта фара верхняя включается днем только ночью. Или вот с дальним светом. А ночью будете вот так вот своих друзей в мультиплеере видеть на квадриках, вот которые стоят три, вот так же у вас они будут в мультиплеере отображаться днем, вот так, с включенными фарами, и ночью. Ну, естественно, сзади все будет красненькими огонечками светиться. Все понятно, да? Давайте, значит, включаем день. Давайте покажу вам по прицепу, по бортовому, значит, загрузочка, как у нас идет. То есть едем, можно грузиться, никакой погрузчик нам не нужен. Подъезжаем к козлу поближе, только единственное. Надо нам подъехать, прицеп подогнать. Как-то вот так, наверное, где-то, я думаю. Создаем короткие бревна. Нажимаем циферку. Видите, большая площадка, и мы спокойно загружаем 4 очка гаража. Также мы можем, ребята, отъехать, например. Да. Все это дело у нас скидывается, ребят. Вот, скидывается одно полено такое здоровое. То есть, если где-то в лесу найдете полено, можно даже ни на какую пивораму не ехать, подъехать, загрузиться с него. Значит, грузится, вот, все спокойненько скидываем. Ребят, появляется. Каждый раз, когда скидываете, появляется бревно. Это бревно вы можете передать, сами загрузиться, например, уехать куда-нибудь. Давайте скинем тут бревно, да. Передать товарищу также это бревно сможете, если он потеряет где-то груз. Можете все равно, как главное, чтобы рядом стояли с прицепом.
бревно лежало. И все, ребята, все спокойно загрузится. И все это, естественно, у нас возится без проблем. Так, давайте скинем его. Заедем на лесоповал. Также на лесоповале спокойно вы загрузите с него. Не с него, а просто, в смысле, его прицепик, вот короткие бревна, все загрузились. Ну и все, и погнали. Блокируется дифференциал, задний мост, дифференциал отдельно блокируется, так что все best of the best. Топлива у нас хватает, 50 в баке, 40 сзади можно заправить и 20 на крыле вот спереди. Ну все, погнали. Я не знаю, есть смысл, конечно, тянуть эти бревна с собой. Ну давайте уже, раз мы их прицепили, то давайте прокатимся. Подвесочка все рабочая. Все, видите, пружинки там болтаются как надо. Вот и поехали. Блин, это надпись от меня справа там. Бича слиганца. Сейчас я, ребят, выйду из лужи и перещелкну. Так. Главное меню, да? Продолжить. Она тут же, только надписи уже нету. Так. Включаю дифференциал, полный привод. Поехали. Значит, рабочая подвеска. Сейчас вот. Все видно, да, пружинки тут все ходят как надо. Все сжимаются, разжимаются, ребята. Все отлично. Ну давайте уже, раз поехали, давайте уже через грязь уже поедем. Сейчас включим понижаечку тут. С дровами. Еще раз повторюсь, квадрик работает в мультиплеере, ребят. Для разведки очень хорошо, он промеж деревьев шуршит, только свистает, значит. Мы тут сами пока тестили его, накатались, довольно игрались. Видео можете посмотреть у меня на канале. Проходимость хорошая у него очень. Так что, кому для разведки карт самое то, лучше всякого джипера. Размеры большеваты, ну, в принципе, меня устраивает. Они, в принципе, есть такие большие, почти с УАЗик. Поэтому, чего удивляться, если есть небольшой промах в размерчике, то уж бог с ним, как бы. Можно спокойно, адекватно пройти карту. Он топливо возит, ремонт возит, дрова возит. Гараж откроет. То есть, я думаю, что на любой карте он спокойненько подойдет для игры, да и просто для покатушек, для обзора карты, например, какого-то. То есть все отличненько. Все, на все он тут способен. Поедем по жестяку везде, понижаечка через реку. В реках будьте осторожнее, его сносит не сильно, но бывает. Также, ребята, если много на карте пилорам, сейчас я вам покажу, как можно запросто разгрузиться на них там. Одной ходкой можно, ребята, разгрузить полностью пилораму. Такой слегонца читерский квадрик. То есть вот у нас стоит
лесоповал, чуть дальше у нас пилорама. Вот видите, значит, мы подъезжаем на пилораму. Пилорама у нас, как обычно, 8 очков, да. Мы приезжаем, просто берем, ребят, скидываем одно полено, и с него уже мы начинаем разгружаться. 4 очка разгрузились, и опять же с него загружаем, ребята, и снова. И все, пожалуйста, пилораму мы разобрали, ребята. И можно также ехать с этого бревна, загрузиться, ехать к другой пилораме, также ее, скажем, разбирать. Давайте еще раз, чтобы уже уверенность была точно, что с козла он грузится, создаем короткие бревна. И спокойно, ребят, загружаемся. То есть все без проблем. Все загружается у нас, все выгружается, все работает. Ух, через пиндос ломанули. То есть вот. Все спокойненько он возит. Ну, все, давайте прицеп убираем. Как бы он по сути-то и можно прокатиться тут. Давайте по кругу я проеду, не потащу его с собой, потому что хочется просто на нем лежать немного. Прицеп это коляновский, по-моему, с УАЗика. От Жанки. Так что достойный такой хороший прицепчик. Точки зацепа присутствуют, ребят, сзади, то есть можно и кого-то чуть тащить. Все, скидываем прицеп и подперли. Давайте другие колеса поставим и поедем на них. Волну гонит так на ура. Уровень там где-то вот в районе плеч, там у него урон начинает прилетать, поэтому понятно, что шноркеля тут нет, ну бог с ним, суть не в этом. Нормальный мод, я считаю. И под водой, видите, как подводная лодка, даже урон прилетает, пока не ушатается полностью. То есть все, ребята, видите, вылезли без проблем. Включаем автомат и потерли. Понижайка тут, повышайка у него высокая. Подвесочка такая более-менее, управляемость тоже хорошая. Мне главное, чтобы опять куда-нибудь не впендюриться. Так, где-то у нас заправочка, то есть можно заправиться тут сразу. Двадцатку канистру, где мешок, там канистра с ракетой у нас такая. Ну, все с солярочкой, то есть 60 литров с собой. Полтинник в баке, 110 литров. В принципе, обалденно. Все, он, ребят, прыгает как надо. Тотик зацепа, ребята, у него спереди, сбоку, слева, справа и сзади. То есть 4 точки зацепа еще присутствуют. Так что все отлично. По ремонту много с собой можно вести. 150, и там еще на мешке сколько-то, 300, по-моему. Почти полностью ремонт квадрика.
Опа, ушайка роет. Наденем еще другие тапки. Тапки регулировка одинаковая на всех тапках, то есть поэтому понижайте нам сразу. Ну, еще хотелось сказать, ребята, конечно, что скоро в группе, как только наберется у меня 2000 человек, значит, будет розыгрыш стимовской игры Battlefield Company 2 лицензии. Так что, ребята, подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал. На канале тоже, когда будет 2000 подписчиков, будет розыгрыш игры. Какой игры, не знаю, возможно, Spiritus, возможно, какой-то другой. То есть, подписывайтесь также и на канал, чтобы стать счастливым обладателем какого-нибудь розыгрыша игры лицензионной. Поэтому в ваших же это интересах, как говорится. Так, давайте поставим дефолтный, колесом дефолтно все прокатимся. Аккуратненько тут на небольшой скорости, как говорится, с дури можно и хэ сломать, поэтому аккуратненько, потихонечку, медленно, с расстановкой, как говорится, проедем через все преграды, которые тут Витя настроил. Видите, спокойно он их преодолевает. Ну, я говорю, мы лазили в таких жопах на них, что вообще без проблем аппарат проходит везде. Так что для разведки карты какой-нибудь или просто как дополнительный, за место УАЗика поставить данный мод можно в легкую. Эть, надо было сходу ехать брать эту лужу. Что-то я не учел, что колеса-то у нас маленькие. Почти вылез. Давайте такой скрин делаем. Прикольно так получилось. Сейчас мы повторим это дело.
Это назад. Да что ты будешь делать? Нифига, что-то я вообще первый раз такое. Все, давайте на полном ходу сейчас зайдем. Я просто видно не потихоньку, а на полном ходу шпарил, поэтому все время проскакивал тут. Решил, чтобы урон сильно не летел, мало ли вдруг. Все равно мордой схватили. Ну, правильно, любой наверное схватит. Смотри, и тут проходил вообще без проблем. Что за ерунда? Не хочешь так? Давай вот так, значит. По подвесочке, да? И так видно, что она работает, короче, кому надо, скачивайте, ребята, смотрите, нравится, кому не нравится. Не нравится, не качайте, нравится, качайте. Значит, урон вот где-то вот, вот тут должен начинаться. Но он все равно, я говорю, как подводная лодка, ребята. Так что спокойно ныряйте в реки, пока есть у вас запас. У него, думаете, что вы думаете у него в рюкзаке? Это, ребята, у него там акваланг с маской. Ой. Так что вот, как-то так. Вау. Можно, конечно, это просто тихо еду. Я когда просто катал его, настраивал там все дело. Как бы я его не жалел, там на полную ходу шкварил, гонял. Прыгает он тоже, ребят, замечательно. Вот, что-то типа того. Давайте, ребята, можно сейчас попробовать его на асфальте, на скорость. Заодно посмотрим камеру от лица водителя. Значит, сразу включаем состояние. И погнали. Прям сходу. Значит, 45, 46, 7, 8, 49, ребята, уже. Ну, я его разгонял до полтинника. 49. Попробую, конечно.
еще наш стол и берем батон. Линии-то нажал. От души так впечатал. Е-мое. Вроде вытаскивает-то полтинник, интересно. Может, то, что аддоны стоят на нем. Я на голову разгонял. Значит, топливо забыто в канистрах. Ну, короче, ребят, при желании полтос можете выдавить из него. Думаю, что пойдет он, ну-ка даже просто ради интереса поскидывать все. Вот было 50, да. Так что все отлично, ребята, едет он свои 50. Можете не бояться, полтос выдавит. А, ребята, камеру не посмотрели от лица водителя, японский городовой. Давайте спустимся. Отключаем состояние. Перескакиваем в голову водителя. И прокатимся, значит, от лица водила. Вот, ребята, у нас появляются руки, спидометр, зеркала. И все, и пошли ломать бездорожье. То есть вид вполне, в принципе, достойный, скажем так, от руля, из кабины. Вот это да. Ну все, отлично. Вот такой, ребята, вид. Управление нормальное, я говорю, я даже вот от первого лица спокойно на нем фигачу. Можно попробовать нам тут куда-нибудь сюда тут ломануть. Вот, пожалуйста, ребята. Это мы поймали урончик.
То есть вот такой, ребята, квадроцикл. Я думаю, всем понравится. В принципе, квадриков, скажем так, немного. Спинки, да, со своим грузом, со своим звуком реальным от квадрика, то есть рабочей подвеской. Чувак вот болтается, но это уже обратите внимание, вот он кивает, всем видно, да, потряхивает вот этот слегонца. Даже не знаю, где его показать, а чтобы получится еще раз. Видно, что чувак болтается у нас. Ой, японский дрын. Да болтался, смотрите, у него весь мозг, черепушку вскрыло, короче. Вообще жесть. Жесткий такой. Инопланетяне в городе. Спинтайра снимаю. Ну вот еще хочу повториться, ребята. Все, он там, анимация чувачка есть, присутствует. Вот такой, ребята, пак квадриков. Четвером, я думаю, будет интересно вам покататься где-нибудь, на какой-нибудь картульке, которая вам понравится. Триальная, спокойно он все это победит, проедет без вопросов. Так что вот, ребят, подписывайтесь на группу, подписывайтесь на канал. Будем также восстанавливать какие-то моды, которых нет сейчас в спинке. Что-то делать, стараться для мультиплеера более получше. Не изначально, а что-то старое дорабатывать. Ну, возможно, что-то новое, может быть, как-то дойдем до этого. Поэтому вот, ребята, такие квадрики. Квадроцикл Polaris. Работающий в мультиплеере, со светом, с подвеской, с брызговичками, которые болтаются у нас, значит. Спасибо Коляну, Джанке и Злому Слону. Совместно с ними, видите, получилось его восстановить для мультиплеера. Так что, ребята, у кого есть моды какие-то интересные, присылайте на обзорчик, буду обзорить с удовольствием. Значит, если у кого-то приватные моды есть, можете не переживать, можете приватные кидать, никуда дальше меня это не уходит. Не сливаю моды. Так что, ребята, у кого есть желание, пишите. Пишите, будем сотрудничать. Вот. А с вами, как всегда, еще раз повторю, был Драйвер 51 Рус. Подписывайтесь на группу, на канал. Пак квадриков Polaris для мультиплеера. Всем удачки и пока. До следующих встреч.